Бегай, мальчишки, девчонки. Ну что, думали, потеряли меня? Нет, ребята, был я в подполье, месяц меня не было, не снимал я, ребята. Ну, были на это обстоятельства, не хочу я об этом рассказывать, как бы это личное, вот, просто не снимал. Вот как только у меня все устаканилось, уладилось, я решил опять снять видео. Итак, как я когда-то вам обещал, эхолот, Fish Fender, вот такой вот круглый датчик. Летом я его пускал, спиннинг привязывал, да, и кидал, вот он погнал. Сейчас же мы будем испытывать его на водоеме. На улице у нас сейчас минус 10. Ребята, приехал я вот на такой водоем. Реально, я здесь впервые, ни разу не был. Не знаю, не брал я с собой удочку, потому что как бы негде мне купить мотыля сейчас. И мормышки, на воскресенье, уже время около 6 вечера, как бы уже все закрыто. Вот, я просто сегодня хочу его испытать, как он себя поведет на воде, будет ли он вообще что-то показывать, покажет ли он рыбу, есть ли она здесь, нету. Я знаю, что знакомый здесь ловил, поймал на жерлицу небольшую щучку до килограмма, как бы, ну, значит, рыба есть, если есть щука, значит, есть и мелочь. Так что, друзья, все, берем наш эхолот, идем. Да, нету у меня бура, у меня пешня. Но я смотрю, следы есть. Будем надеяться, что кто-то здесь ловил. И можно пробраться в старые лунки. Вот. Все, погнали. Ребята, как ни странно, ни одной лунки старой. Фиг его знает, где они, или здесь никто не ловит. Здесь только вот такие площадки расчищены. Видать, ребята играют в хоккей. На улице минус 11, ветер. Очень холодно. У меня вот такая вот пешня. Лед сантиметров 20. Долбить новую где-то. Хрен его знает. Найти бы старую и по старой уже долбить. Было бы, конечно, приятней. Но долбить новую, бля, у меня уйдет полчаса на это. И то, не знаю, признаюсь честно вам, ни разу я этой пешней не долбил. Ну что делать? Надо что-то делать. Эх, елки-палки, снегом занесло. Вообще не видно ни одной лунки. Ребята, где вы здесь ловили? Покажитесь. Может, тут? Не знаю. Ну, вот здесь какая-то чистая штукенция. Не знаю. Может, здесь попробую подолбать. Ладно. Если получится, сниму, покажу. Все, друзья. Полчаса масланий. И вот смотрите. Луночка моя готова. Небольшая, правда. Но я думаю, для эхолота подойдет. Ну что, сейчас включаю эхолот. Настраиваю и показываю. Секундочку, ребята. Мой пакетик улетает. Прижмем его. Ну что, вот поплавок. Ёптую мать, не могу присесть, нога болит. Вот по этой причине, ребята, с коленом у меня жопа. Я и не снимал, потому что ходить я не мог. Сидел дома. Итак, смотрите, что показывает наш эхолот. Ребята, я в шоке. Глубина 1,1. Температура воды 2,6, но я в это не верю. На 0,6, на 0,7. Не знаю, видно вам, не видно. Должно быть видно. Рыбка. Метр глубина.
поплавок вот стоит на месте, видите. 0,7-0,6 плавают небольшенькие рыбки. Рельеф дна кривой. Видать, здесь кочки и прочее. Что-то глубина прыгает, мне не нравится. Было метр, стало 1,1. Ну вот, на 0,7 почти под дном плавают рыбки. Вот. Такие вот дела, ребята. Нет у меня сейчас с собой удочки. Я вам говорил, почему. Время позднее. Выбрался я спонтанно. Вот. Думал, куда поехать. И тут вспомнил, что недалеко от дома есть водоемчик. Вот. Ну, я думаю, завтра выходной. Так что, ребята, завтра я выберусь сюда еще. Куплю мотыля. Вот. И попробую еще. Да, кстати, у меня есть прикормочка. Я думаю, сейчас эту луночку закормить. И посмотрим, рыбки станет больше или нет. Покудова показывает. А давайте чувствительность меньше сделаем. Посмотрим. На пятерочку, допустим. Будет он рыбу показывать или нет? Итак, погнали. Глубина метр, метр 10. Видать, я пробил. Возможно, там какой-то свальчик. И мой немножко поплавочек ветром. Видите, камыш гнется, плавает. Там пару сантиметров туда-обратно. Вот. Такое вот приключение. Вот, смотрите, чувствительность убрал. Это получается, он видит только большую рыбу. И большую он не видит. Чуйку побольше. И посмотрим, что теперь. Язык русский, подсветка, тролливали. Все нормально, радио. Давай, выходи с этого режима. Будем смотреть. Оп, на 0,7 есть рыбка. А, ребята, елки-палки, здесь же есть чистый лед. А я слышал такую историю, что он... О, на 0,7 погнали рыбешки. Короче, что я делаю? Смотрите. Так, это пока вынимаем. Ложим сюда. Пускай лежит. Мы закармливаем луночку нашу. Вот у нас прикормочка тут. Мы ее так просто сверху насыпем. И сейчас рукой мы ее туда утопим. Вот, магазинная прикормка. Лежала в машине давным-давно. Спросите, почему не домашняя, которую я делал. Потому что я же говорю сразу, я проезжал, у меня эхолот в машине. Я не собирался. Если бы я собирался, конечно, я бы дома приготовил, я бы взял панировочных сухарей. Я бы сделал это все гораздо интереснее. Ребята, на льду моментом села батарейка. Слава богу, у меня была новая. Вот, я поменял. Я вам рассказываю. И не заметил, на каком моменте она села. Смотрю, у меня экран черный. А я вам рассказываю здесь историю. Итак, ладно, не знаю, на чем я закончил. Что я сделал? Была у меня прикормочка зимняя. Я закормил нашу лунку. И хочу проверить, рыбы станет больше или меньше. Итак, вот наш датчик. Мы его опускаем в воду. Радио, все дела, чуйка. Чуйку на 8 ставим где-то. Авто, увеличение сигнала, рыбы, да-да-да, русский язык, подсветка, да. Все, сейчас посмотрим. Ах,
Кстати, а смотрите, что он показывает. Видите крестик? На морозе села и батарея в самом датчике. То бишь я его зарядил, она была целая. Сейчас показывает крестик, что она села. Нет сигнала. Все. Он, ребята, замерз. Он тупо замерз. Оп, появилась. Не понял. Не понял. Что за глюк? Может, это в прикормке здесь дело? Так, давайте посмотрим. Что оно сейчас будет? Ну, на морозе начинает тупить. Здесь глубина показывала метр. Сейчас что-то было 1,7. Сейчас вообще пропало. Минус 11, напомню, на улице. Сейчас посмотрим. Может, глубину вообще не показывает. Не видит. Сейчас я выключусь. Я убрал прикормочку. Просто я, наверное, думаю, еще один вариант, что я насыпал очень много прикормки. Прикормка стоит на датчике, и оно не может пробить глубину, потому что весь датчик облеплен прикормкой. Сейчас опять батарея сдохла, показывает. Видите, ноль. Вернее, крестик. Хоп, появилась. 1,4 глубина. Ну почему 1,4? Это глюк. Оп, пропало. Перестал видеть глубину вообще. Давайте я помою. Зимний называется. Какой ты нахрен зимний, если ты сдыхаешь через 10 минут. О, нормалек. 1,2 должно. Оп, 1,8, 1,7. Такого не было. Оп, 1,2, то, что надо. Неужели оживает? Но рыбы нету, странно. Я насыпал прикормочки, ребята, туда. Думал, что она придет. Она наоборот ушла. Вот такие бывают интересные. Вот, 1,1. Стало 1,2, 1,1, как и было. Стало на свое место. Ну, куда делась рыба? Все на месте. Все параметры. Да, измерения. Подсветка, радио. Все. Все окей. Я пришел вот сюда и попробовал через лед пробить и посмотреть, покажет что-нибудь или не покажет. В итоге, после моих проб, он, конечно, через лед ни хрена не показал. Но я смотрел видео, там говорят, надо в пакет воды набрать, его туда кунуть и вместе с пакетом ставить на лед. Но, ребята, нет у меня воды, нет у меня льда. Ой, вернее, льда, говорю, лед у меня есть. Нет у меня пакета. И как бы негде мне набрать. Так, все, эхолот ожил. Показывает, как и прежде. 1,2, 1,1. Вот. Но нет рыбы. Рыба пропала. Это называется закормился. Закормился и все. Но не знаю, сейчас выключусь. Пойду попробую еще одну лунку прорубить. Если эхолот не сдохнет, сниму, покажу. Смотрим.
завидую людям, у которых есть бур. Потому что пешня — это жесть. Ну что, давайте проверим, пока не села батарея. Батарея на морозе в экшн-камере китайской садится моментом. Итак, вот здесь две кнопочки. Первая — включение, вторая — подсветка. Вот здесь кнопочки начинают мигать. Нам надо первое — включение. Заморгало. Погнали. Ну что? А ё-моё, я дно вижу. Если он покажет здесь глубину больше, чем 1,5 метра, это, конечно, будет брехня. А хотя внешность обманчива, но можно видеть. Но какое оно на самом деле, не поймешь. 1,4, 1,2, 1,4 прыгает, потому что, ну, на 0,6 рыбка. Рыбка на вот 1,1, 1,2. Да, ребята, так и есть. Я посмотрел. Ну, реально, я дно вижу. Вот. Метр глубины показывает рыбку. Ну, блин, здесь столько воды. Мог бы я, конечно, туда нос оттыкнуть и посмотреть на самом деле, плавает она там или нет. Но делать я этого не буду, так как я в обычных спортивных штанах. И домой ехать в деревянных мне не хочется. Но пропадает связь с датчиком, смотрите, на морозе. Все, пропала связь. Нет связи с датчиком. Что ж тебе надо, дружок, а? Замерзаешь ты, да? Оп, реально, в руку взял, отогрел. Связь пошла. В воде плавает, замерзает. Ну вот, 1,1 на 0,6. Небольшие, малюсенькие рыбочки. А давайте вернемся к нашей первой. Там, где я закормил. Вот. Такие вот дела. Сейчас вернемся. Опачки. Тоже глубина метр, тоже я дно вижу. И опять появилась на 0,6. В глубине 0,6. Или как там? 0,6. Короче, 60 сантиметров глубина. Вот. Пропала связь с датчиком. Он опять... Что у нас, ребята? Замерз. Берем руку. Отогреваем его. Или в карман положить. Оп, все, смотрите, связь появилась. Я его отогрел в кармане. Опускаю в воду. Хватает буквально на, ну, может, минуту. Так что совет: у кого такой датчик, эхолот. О, покрупнее рыбка пошла. 0,9, 1 метр. 2 крупничка поплыла. Вот. Совет всем, у кого такой эхолот, если вы едете на рыбалку и у вас пропадает связь, вы его греете. Просто тупо положите в карман. Смотрите, ребята, прикормился, да? Вот я пришел, прикормленную лунку. И смотрите, как поперло. Пошла рыбешка на прикормку, пошла. Ё-моё. Вначале это сколько прошло? Ну вот я закормился, ее не было вообще, ноль рыбы. Прошло, наверное, ну, минут 10. И смотрите, что творится. Смотрите, что творится, ребята. Рыба сошлась.
Вот такие вот дела. Давайте вернемся еще раз к нашей второй луночке. Какое ветрище, руки отмерзают, перчаток нету. Опа, что тут у нас? Такая же глубина. И рыбки у нас здесь нет. Так что вот вам вывод. Стоит ли на рыбалку брать прикормочку или не стоит? Если вы закормили лунку и в течение там у вас 5 минут не клюет, это не значит, что надо убегать на другое место. Это значит, что надо просто подождать. Вот смотрите, метр глубина 0,9, я вижу дно. Вижу, там какие-то палки валяются. Вот. Нет рыбы. Все. Ноль. Еще раз возвращаемся к лунке, которую закормил. Вот. Приходим. Бросаем. И сейчас наблюдаем. Ребята, и тут косяк ушел. И тут косяк ушел. Рыба приплыла, постояла, прикормочку пожевала и пошла дальше. Ладно, ребята, все, у меня замерзают сопли. У меня замерзает, о, видите, есть. На прикормочной базе рыба есть. Вот где прикормился, видите. 0,6, 0,7 появляется. Вот опять есть маленькая рыбка. Небольшая, я думаю, это с мизинец плотвички. Вот побольше, чуть с полладошки, наверное. Есть, на прикормочной есть. Все, ребята, выключаю я эхолот. Вот так вот, хоп, выключил. В карман. Берем наш датчик. Откручиваем эту кнопочку. Выключаем, проверяем. Не моргает. Закручиваем. Ложим в карман. Идем к нашему пакету. Сейчас, секундочку, ребята, отключу камеру. Ну что, поймал я сегодня сопли, ребята, полный нос, отморозил я пальцы рук, красные, как у рака, уже еле сгибаются. Ну, эксперимент прошел, скажу, как прошел, с переменным успехом. Датчик замерзает, реально в воде он замерзает. Если кто не знал, я об этом вам говорю открыто. Плавает он в воде, ну максимум возьмем, да, 2 минуты, дальше он замерзает. Подведем итоги. Лунка прикормочная. Вначале рыбка была, но было мало. Я закормил, она пропала вообще. Потом я ушел рубить вот такой у меня бур, вернее пешня. Ребята, покупайте бур. Пешня — это говно. Когда толстый лед, я имею в виду. Пришел я на вторую лунку. Проверил. Ну, где-то 2 рыбки проплывало. Потом и они пропали. Пошел я обратно к прикормочной. Вот. Там рыбы стало гораздо больше. Правда, она пропадала. Видать, я приходил. Там крутился, руки сувал в воду, там этот датчик доставал, набоялась, пропадала. Но потом, когда я отходил немножко, она опять появлялась. Вот. Водоем, я этот вообще не знаю, я сюда первый раз приехал, там вообще я смотрю,
Ворота стоят хоккейные, люди в хоккей играют. Какая здесь рельеф, где здесь глубина? Вот смотрите, я пробил, вон там берег. Я от берега пробил, ну, метров, ну, 8. Глубина метр. Я пробил на середине. Глубина метр. Я не знаю, где здесь глубина, или здесь везде метр. Но рыбка есть, небольшая, правда, но есть. Все, ребята, всем пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Завтра я уже оденусь потеплее, куплю мотыля, поедем на серьезный водоем. Кто подписан, увидит, кто не подписан, не увидит. Все, пока-пока, до новых встреч.